Здравствуйте, друзья! С вами Светлана, Герман и наш канал «Украшения и сказки». Сегодня перед вами материалы, три вот варианта новых материалов. И вот этот материал вы уже видели, я еще из него ничего не сделала, но это материал на переделку. То есть одна переделка у нас планируется и как минимум одно украшение из новых материалов. Что из себя представляют новые материалы? Вот такая замечательная нитка оникса. Смотрите, она каждая бусина матовая и такая глянцевая полосочка по диаметру каждой бусинки. Вот такие интересные бусины. Я, когда их покупала, увидела сразу же, что хочу применить два вида цепей. И купила вот такие два их вида. Вот эту цепочку я когда-то использовала. Надо сказать, что у нее очень хорошее покрытие. Даже вот это не покрытие, а сам материал такой. Я не знаю, из чего она сделана. Но практически не стирается вот этот верхний слой, потому что думаю, что это не слой, а именно материал вот такого плана. И вот такая черная цепочка, я тоже ее покупала, делала из нее, применяла ее и в кожаных украшениях раньше. Она мне нравится по качеству, по цвету, и я думаю, что вот три этих материала очень хорошо подходят при изготовлении этих украшений. Добавлю кое-что сюда, может быть, если получится. И вот эти ракушки, вот такая нитка, это мой материал, но меня попросила моя знакомая сделать для нее украшение, когда увидела вот эти розочки, всем известные, да, я их делаю, они у меня просто лежат в стиле боха, такие розы, которую я применяю время от времени. Ну вот последнее украшение вы, наверное, видели, одно из последних, где я делала костяные бусины, бусы из костяных бусин с применением коралла, и розовую такую же розу я там использовала. Ну, фотографию, может быть, я вам сейчас здесь вставлю. Итак, не знаю, с чего я начну, но потихоньку буду показывать вам то, как получается работа. И вот, друзья, что получилось у нас. У нас получилось украшение-трансформер в стиле «Игры престолов». И это будет украшение, которое выполнено в стиле персонажа Дейенерис Таргариен. Если помните, было у нее такое украшение, я вставлю фотографию, которая надевалась через плечо и исполняла две сразу роли. С одной стороны это украшение, а с другой это такой, может быть, держатель для накидки. Здесь тоже можно использовать это украшение также, немного по-другому, только в плане функционала. Итак, давайте начнем с того, что же у нас получилось. Во-первых, самостоятельно можно носить вот эту двойную цепь. Она достаточно длинная, на двух карабинах. И выполнена вот таким образом. Я вам эти две цепи показывала. И вот так они смотрятся, если их надевать отдельно. Я покажу это на манекене, покажу на себе, потому что украшение очень длинное, на манекене оно хорошенько держаться не будет. Естественно, вот эти два карабина разъединяются, и в серединку я сделала вот такой лимит из оникса и стеклянных очень красивых бусин. Три бусины оникса у меня одеты в шапочке, и вот так они завершаются и, естественно, прикрепляются к карабинчикам. Сейчас покажу, что получается. Но прежде чем соединить эти два элемента, я хочу сказать, что здесь еще есть у нас и вот такая подвеска.
со стрекозой, которая крепится на одно из колечек. Его можно прикреплять, это украшение, вот эту подвеску, к любой части данного ситуара или данного украшения, но именно к колечку нужно или к середине можно прикрепить с помощью карабина вот эту подвеску. Вот как прикреплять, сейчас я перекажу, здесь лучше вот так видно. Вот как крепится вот эта часть к цепям. Сюда же у нас можно прикрепить к этому колечку подвеску. И вот такая очень длинная вещь у нас получилась. Смотрится очень стильно и интересно. Ну и прям вот так. Да, на манекене покажу, а потом покажу на себе. Но я еще сделала и к этому украшению серьги. Вот они, вот такого плана, на черных швензах. И вот так с листиками. Итак, сейчас покажу сначала на манекене. Первый вариант на манекене я показываю, как можно просто носить это украшение только в виде цепей. Эти две цепи соединены между собой, и это двойная длинная цепь. Получается вот такое украшение. Естественно, его можно носить и в два оборота вокруг шеи. В два оборота вокруг шеи. Ну, вот так. Это тоже красиво, современно и очень актуально. Вот. Ну, естественно, их нужно поправить. Я сейчас одной рукой это делаю. Я надеюсь, что вам идея понятна. Вторая часть, пристегивающаяся, сейчас я покажу, как можно носить также и в длинном варианте, и в коротком. Вот длинный вариант с пристегнутой нижней частью из бус. Конечно же, я сейчас покажу, как это может смотреться и с подвеской вот с этой, которую я вам уже показывала, со стрекозой. Она вот сюда цепляется, прикрепляется, и получается такое украшение. Сейчас мне просто неудобно одной рукой это сделать, но я сейчас это покажу. И, конечно же, серьги. Мне некуда их прикрепить. Вот сережки. Из тех же материалов, что и нижняя часть украшения. Ну и, конечно, это украшение предполагает быть и асимметричным. Ну, например, вот так. И тоже здесь тогда уже у нас подвеска будет смотреться совсем по-другому. Она будет выше. И вот таким образом прикреплена. Сейчас я прикреплю и покажу. Я нашла, куда прикрепить сережки. Вот, пожалуйста, вот серьги. И вот так за вот это колечко соединительное прикрепляется наша подвеска со стрекозой и веточкой. Вот, все это достаточно подвижно. И так, мне кажется, деликатно смотрится. Вот таким образом смотрится на этой блузке. И с этой же блузкой я попробую померить и сама. Так. И посмотрим потом, как смотрится это на человеке. И, конечно, может быть здесь и короткий вариант. Опять-таки, мне неудобно одной рукой это сделать, но вот где-то так. Вот таким образом. Естественно, можно в любую сторону двигать это украшение. Абсолютно. И оно выглядит очень актуально. Цепи в моде, в тренде. И, естественно, вот такой крупный вариант цепей, он востребован сегодня. Ну, так. Лично мне это украшение, вот я им довольна, этим украшением. Я люблю именно крупные украшения с крупными элементами. Здесь таковые присутствуют. Цепь придает особенно такую увесистость украшению, хотя эти цепочки совершенно легкие.
Пока я показываю вам только первую часть, вот цепи, такое очень актуальное украшение на весну, на лето. Я держу в руках еще две детали этого украшения, подвеску, неожиданно выглядит так изящно, которую можно к любому месту. И вот такая часть из бусин, оникса и искусственного жемчуга, которую мы сейчас, с помощью которой мы удлиним это украшение, сделаем из него длинный достаточно сатуар, вот на эти два карабинчика. Естественно, это украшение предполагается, что мы можем его носить как с брюками, так и с юбкой. Конечно же, можно носить и короткий вариант, сейчас мы на него посмотрим. Вот, пожалуйста, можно носить это стрекоза, и вот так, да? Стрекоза, да, у нас стрекоза, вот она пристегивается, отстегивается, как хотите. Можно вот так носить в асимметричном варианте и, конечно же, короткий вариант. Вот, пожалуйста, короткий вариант. Я не вижу. Я вижу. Мне очень нравится. Вот так получается короткий вариант. Естественно, вы можете убирать отсюда стрекозу. Можно убирать бусы и носить в коротком варианте, кстати, только цепи. С цепями тоже можно носить и стрекозу. И надеваем через плечо. Его и так можно носить через плечо, это украшение. И это будет как украшение. И главное, что это у нас трансформер. Мне кажется, что вот так очень хорошо, и стрекоза так очень оживляет, да, очень здорово все это выглядит. И мне очень нравится. То, что цепи, ну, можно посмотреть сзади, я правда не знаю, что там сзади творится. Сзади все хорошо. Вот, но вот таким образом можно носить это украшение. Итак, друзья, всем красоты, здоровья и удачи. Всем пока. Всем пока.